Чому до російської мови така жахлива політика, пише нам Максим. Що їм зробила мова? Що їм зробила російська пісня? Якщо пісня про кохання, добро, дружбу, хіба це погано? Чому її не можна співати на виступах в молоді, в університетах, школах і так далі? 21 століття на дворі. Василь Владимирович, это болезненный вопрос. Это плохой вопрос, на который я отвечу, как, впрочем, на любые вопросы. Значит, я считаю, что у нас произошел по вине нашего руководства. Сначала Порошенко. Он виноват в этом конкретно. Сейчас Зеленский. Но Зеленский по своей слабости не может сказать какие-то вещи. Что произошло? Мы спутали понятия. У нас произошла подмена понятий. Вместо того, чтобы бороться с Путиным, который является агрессором, вместо того, чтобы бороться с Кремлем, который проводит агрессивную политику по отношению к нашей стране, мы стали бороться с русским языком. Но русский язык – это не собственность оккупантов. Надо это понять. Испанский язык не принадлежит диктатору Франко. А немецкий язык не принадлежит Гитлеру. И итальянский язык не принадлежит Бенито Муссолини. И русский язык, великий русский язык, и великая русская культура не принадлежат Владимиру Путину. Мне иногда пишут идиоты: вот вы такой патриот Украины, а что же вы по-украински не говорите, а по-русски говорите? А что, будучи патриотом Украины, нужно говорить только на каком-то языке? Якщо я хочу сьогодні розмовляти українською мовою, я розмовляю українською мовою. А завтра я хочу говорити по-русски, я говорю по-русски. Это свобода називається. Хотілося б мені захотіти говорити по-англійськи, але я не знаю англійський язик. Чувствую себе дурачком, к сожалению. Надо знати. Ну, не до того, видите, було. Но с русским языком борьбу пора прекратить. Государство устами президента должно сказать украинцам: мы все разные, но мы граждане Украины, мы патриоты Украины, мы украинцы, мы любим свою страну. Но кто-то говорит с детства по-украински, а кто-то говорит с детства по-русски, а кто-то говорит с детства по-мадьярски, а кто-то по-гагаузски. Но мы все любим свою страну. Давайте уважать желание каждого свободно говорить на языке, на котором он хочет. Конечно, надо знать потрясающий, прекрасный украинский язык. Конечно. Конечно, надо, чтобы он был государственным. Конечно, надо вести на нем всю документацию. Но насиловать телеканалы, на каком языке говорить? Ну что это? Вот сидит Василий Владимирович. Первый час он переводит с русского языка вопросы на украинский, а второй час говорит по-русски. Но это же выглядит, знаете, это насилие над психикой. Зачем так? Это делается проще. Желание государства понятно, чтобы все говорили в кафе на украинском языке. Например. Ну, ребята, в Одессе не говорят по-украински. Ну, хоть мы, знаете, тройное сальто через жопу сейчас сделаем с вами все коллективно, но в Одессе не говорят по-украински. Это правда. Ну и что дальше делать? Ломать их? В сторону России двигать их? Что с ними делать? А с Харьковом что делать? А с харьковчанами? Ну не говорят они с детства по-украински. Надо ласково делать, ласково. Как? Все кафе платят 20% податки, налоги. А те, кто по-украински там, где будут говорить, 15% налог. Нормально? Нормально. Что еще хотим перевести? Все, что хотим, податки. Этот телеканал хочет по-русски говорить? 30% налог. Этот по-украински? 10% налог. Нормально? Нормально. Хотите по-русски? Платите 30%. Кайф. А что вы с русскими книгами боретесь? Объясните мне. А что вы не допускаете в продажу русские книги? Булгаков тоже враг. Он киевлянин, он родился в нашем городе. Он великий писатель. А Мандельштам, которого сталинские палачи убили, что вам плохого сделал? Что это за глупость? Этой глупостью вы толкаете миллионы людей в объятия России. Вместо того, чтобы прижать их к груди и сказать: Украина, ваша родина, вас она любит, мы все украинцы.
А телеканалы, русские телеканалы, российские телеканалы бесплатно показывают в Харькове, в Одессе, а украинские за денежки. Это диверсия, ребята, это диверсия российской агентуры, которая сидит рядом с Зеленским и придумывает такую херню. Это они специально делают. Дмитриевич, это по команде России. Это по команде России только может такое происходить, чтобы украинские каналы за деньги, а российские бесплатно. Это укладывается в голове, а на Западе смотрят и думают: дебилы. Посмотрите, что они делают со своей страной. Ну, крик души, простите. Я говорю то, что думаю. Вы со мной можете не соглашаться. Это демократия, так должно быть. Не соглашайтесь. Это нормально. Но я так думаю. Вопрос от телезрителя из Харькова, кстати. Игорь его зовут. Спрашивает, уважаемый Дмитрий Ильич. Извините, Василий Владимирович, сейчас вернемся к Игорю. Давайте. По поводу песен вы затронули вопрос. Это зритель затронул. Да. У нас многие артисты, их не пускают в Украину. Из России. И правильно делают, хочу сказать. Те, кто были в Крыму в оккупированном, а теперь под дурачков косят. И дурочек. Те, кто поддерживали аннексию Крыма, нечего им тут у нас делать. Вы раньше миллионы долларов вывозили отсюда. Но это было раньше. А потом вы облили эту страну, где вы гастролировали, грязью. И вы хотите сюда ездить? Я могу предложить выход для них. Могу предложить. Вот, кстати, Наташа Королева. Киевлянка, которая родилась в Киеве. Выросла на Борщаговке. Мы с ней учились в одной школе, с небольшой разницей во времени. В средней школе номер 205 в Киеве. У нас даже классный руководитель Мария Николаевна Бабич была одна. Только у меня чуть раньше, у Наташи позже. Наташа Королева пишет у себя в Инстаграме, я подписан на нее, что ее не пустили в Литву за то, что она была в Крыму. Вот как это так? Я и написал. В Крым надо приезжать через украинских пограничников и таможенников, потому что Крым – это территория Украины. А если ехать через российских таможенников в наш Крым, то надо делать выбор. И тогда не будут пускать, конечно, и в Украину, и в другие страны. Но я бы предложил нашему государству следующий выход. Все, кто, кого не пускают в Украину, значит, этим людям, артистам, надо сказать от имени государства, на мой взгляд, кроме тех, кто подписал письма против Украины, поддержку аннексии Крыма, и тех, кто поливал Украину грязью и свинцом, как Пореченков, стрелял из пулемета в сторону украинских военных, этим пожизненно вообще пусть торчат у себя на родине. Мало того, попросить страны-союзники не пускать их к себе за пренебрежение к Украине. Но есть целый ряд артистов, которые заехали в Крым. Раз, два, три. Кто-то на фестиваль какой-то, кто-то еще куда-то. Вот к этим артистам нужно применить следующую меру. Сказать: ребята, мы вас пустим в Украину. Нужно заплатить 100 тысяч долларов, разовый взнос, в украинские госпиталя для военных, покалеченных во время войны с Россией. И нужно официально на камеру записать обращение. Я такой-то был в Крыму, минуя украинскую границу и таможню. Считаю это ошибкой, считаю Крым украинским и прошу прощения у Украины. Дали 100 тысяч долларов, записали обращение, милости просим, заезжайте, косите денежки, как раньше. Не дали, пошли к чертовой матери. Так, думаете, найдется хоть один такой? А зачем мне думать? Пусть они думают. Найдется, заезжайте. Не найдется, сидите там.